Блин, чую, скоро придется на лесном сервере поиграть, потому что все игры дают мид, пока ебем в ноль без шансов, но скоро наступит все. Здорово, пацаны, дайте мид, выебу вообще в нулину сейчас, бедолагу какого-нибудь. Я в протиме ебашил, парни, если что, можете мне довериться, у меня винстрик сейчас 8 каток. Блять, он ролит, ну 77, блять, 2 топора, я больше не заролю, я уверен, 64, блять. Ну понятно, нахуй. Я чувствовал, что сервером пора прокатиться. Как же я устал ждать боевой пропуск. Вот бы что-нибудь помогло мне скрасить ожидания. Так ведь есть Epic Loot со своим Summer Battle Pass'ом. Выполни все 60 квестов и получи гарантированный ДК-хук. А на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Только для зрителей этого канала. BP Helper по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Лови бесплатный временный режим охота за сокровищами. Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега-сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек хп в Treasure Hunter. О, лягушки. Оу, ты на 9. О, как бы. Fuck you. На болоте суета, лягушата прыгают туда-сюда. И полите его сейчас в лесу, будут пиздить ногами, если вы скажете. А мне, парни, нормально, пусть хоть 10 ром за мной бегают. Главное, чтобы вы отстояли лайн. Я отсосу лайн, видно. Так, ребят, ну вы знаете, что на Найксе у меня где-то в районе 95% винрейта, поэтому здесь катка, если я беру этого героя, значит я буду ебать. Это я говорю вам официально. Кто не в курсе, кто недавно на стриме, ребят, сейчас вы увидите то, чего вы никогда не видите. Вы увидите хозяина леса, нахуй, который просто выйдет и разъебет любого. Просто запомните. Я на этом герое, я не помню, когда я проигрывал последний раз. Реально, я... Вот запомните эту игру, вы эту игру навсегда запомните. Потому что тут я разъебу. Тут я прям разъебу в ноль. Блять, у меня энергии просто. Я сейчас, блять, выйду с леса и кого-то загрызу нахуй. Бля, какой же ты охуенный трек. Боже, как хорошо. Обоссался в камень. Бля, фарм золотой, просто золотейший. Там шишули продадим. Специально, короче, выращиваю, чтобы Мидас, когда был, это была моя точка, чтобы всегда можно было продать кого-то. Изи. Так, фаст Мидас, ребят, 7.30. Это на самом деле самый быстрый Мидас в этом месяце, чтобы вы понимали. Так, шишулю продаем. Ставлю дырявое очко твоего деда, что ты проебал. Упал, отжался, попусал. Все, что скажешь на меня, переведешь на себя. Долбоёб, бля, иди нахуй, понял? На своего деда посмотри, щепу. Знаешь ли ты? Чё? Ты в Москве бываешь? Давно не был. В 19 году последний раз был. Чемпионово, это короче гаишник, если он смотрит, он тебя отпустит, отвечаю. А меня не за что ловить, я не нарушаю, понял? Бля, как же я ебу? Хорошо, что в этой игре за мной никто не бегает по лесу. Дай мне это левел получить, блядь, ну что с тобой? Собаку надо съесть. О, засада, я отойду. Хуяно. Тут засада, аккуратно. Че, ебан, блядь? Дай мне отсюда, ты, блядь. Хорош. Глиф нажали. Что это за хуйня происходит, блядь? Олег, я устал скрывать наши отношения. Мы взрослые люди. Мой сын твой ровесник. Я не хочу прятаться больше. Я хочу хватать тебя за задницу прямо на улице и целовать так, чтобы усы трещали. Признайся. Мит, подойдешь? Я подойду. Подойдите, я кину. Иду, иду. Спасибо огромное, брат, за 5 подарочных. Дай бог тебе здоровья, как говорится. Спасибо огромное за поддержку. Погоня. Эрон, Дон, Дон. Смотрю тебя давно, и ты мне нравишься, когда более волосатый. Не брейся. Да что вы несете? Спасибо, жена. Бля, я тебя сейчас буду плеткой бить. Не надо, не надо. Он уже идет. Не трогай меня, блядь. Какой нахуй плеткой, блядь.
Ау! Ты мне донатил когда-то, по-моему. Привет, братишка. Привет. Как сам? Ты любишь борщ? Я просто обожаю. Особенно, когда повар обильно сдобрит его своим семенем. Это у тебя от деда пошло, да? Дедуля, повар, кормит тебя. Я ем нормальный борщ без всякой хуйни, понимаешь? А вот то, что ты задонатил, написал, это вообще не смешно. Но летом я больше окрошку люблю. Борщ больше зимой, когда холодно, или когда летом погода, вот как сейчас. То есть сейчас бы борща объебал, на самом деле. Когда на улице плюс 15, дождь идет, самое то. А именно по жаре лучше окрошечка залетает. Yes, sir! С тобой так много интересного вокруг, совсем не тесно. Бля, сколько лесов я еще выдам? Почему я, блядь, рисую постоянно? Ладно, я отступлю, я не очкошник, я просто отступаю, ребятки. То есть это временно. Просто там врагов по факту больше, чем союзников. Получается. По одному, по два трека поставили, вон Аксик. Ебать, развел на все кнопки. Ебать, там у него выстрел нормальный заехал. Сколько там ебало? 167, нормально. Что это за хуйня вообще происходит? Блять, почему такой долбоёб? Я не знаю, блядь, что с тобой не так? Ты 20 минут ебаных фармил, бегал, блядь, по лесам. Да, ебаная манта. Серьезно, ты еблан, блядь? Это не мне, если что, чтобы вы не думали, хейтеры, и не радовались там ничему. Больше, ладно, пусть. Чел на медузе просто нихуя не нафармил. Олеженька, привет. Только сейчас получилось дойти на твой стрим. Даже соскучился по тебе. Сегодня будет стрим из бассейна в мини-купальнике. Твои красные стримки. Кто, блядь? Пога дымит мой усатый жук. Пиздёшь, нахуй. Какой, блядь, стрим, нахуй? Купальник, блядь. Дурачок, нахуй. Я в доту играю. Я киберспортсмен. Я профессиональный игрок в доту. Дружок, блядь, ты ошибся стримом, нахуй. Ты, видимо, перепутал мой стрим со стримом своей мамаши, понимаешь? Дурачок, блядь. Да, у медузы, кстати, 23 минуте манта. Мало. У меня больше. Бля, под Мияги, мне кажется, это плюс процентов 50 к скиллухе, блядь. Понимаете, нахуй? Вы посмотрите на эту машину, нахуй! Ебать, я ебу! Как оцениваешь свое физическое состояние? На данный как момент? Можешь, пожалуйста, ну, 9 из 10, наверное. Спасибо за донат, стрим. Братик. Где-то 9 из 10, потому что я сейчас мало занимаюсь, но если шо, могу... Выскочить могу, скажем так. С любым, в принципе. Спасибо за 200. Не могу. Золотой, так бывает. Так бывает иногда. Спасибо за поддержку. Спасибо огромное за 200. Иногда так бывает. И сегодня также от стоматолога пришел. Блять, и часа полтора я пришел в 12. И где-то до часу, до начала второго просто лежал, пытался уснуть. В итоге еле уснул в половине второго. И проснулся, у меня будильник 6 был. Я хотел поехать кальянчик покурить, окрошечки похавать, но я не смог встать. Я чисто его вырубил, думал, в пизду. Сегодня буду долбоебом, буду до 9 спать. И в итоге до 9 поспал. Поэтому у меня сегодня день дурной. Вот только проснулся за час до начала стрима. Как в старые добрые времена, как в июне месяце. Просто, чтобы вы понимали, у меня в июне месяце лета не было. Я его не видел вообще, потому что я просыпался за полчаса до начала стрима. Пипега, брат, спасибо еще за 1000, а вы с Золотым вместе как-то ходите, да? Вы там вместе пытаетесь уснуть или что, блин? Золотой донатит, сразу Пипега донатит. Спасибо огромное, Пипега, Лёха, за 1000. Красиво. Спасибо, Дима, Дима. Бля, пацаны, если с Пипегой кто-то рядом лежит или сидит, скажите ему, напишите ему где-нибудь, блядь, мое имя. Напишите ему Дмитрий, Дима, Димон, нахуй. Чтоб запомнил, как зовут стримера, а не разговаривал с каким-то вымышленным Лехой. Я ничего не имею против Лехи, но меня зовут Дима. На, пусть сносят. Тут не с кем играть. Челы. Заебали. Пошли, сдохли. Пошли, сдохли. Земелья там байбекается. Не знаю, что он хочет играть. Надо ослика потрогать. Догнал, изи. Сломаю-ка я башню.
Крип скипаю. Фух, думал РП-ху, да. Так, ТП-ху покупать смысла нет, нам ее бесплатно будут давать. Ебать трек. Ебать, там шмот вылетает. Бля, тише сделаю. Орёт пиздец. Нахуй ты пиздишь на мать? Кто? Он оскорбил твоих родных. Ты если пиздишь на... как я оскорбил его мать? По фактам, черт. Как я оскорбил? Конкретно, в чем заключалось оскорбление? В том, что я сказал, что он зашел, заходил на стрим к своей мамаше, это оскорбление Олег, было? Олег, привет, удачного или что? Стрима, гачу, где логика твоя? На донат, или тебе усатый будут новые шестоки на вторую футболку и барбешу? Тише нахуй, не выебывайся, что там? Олег, привет, удачного стрима, наконец-то надонатили тебе на вторую футболку, блядь. Какую вторую футболку, о чем ты говоришь? У меня много футболок, спасибо за донат. Бля, СФ ни разу за игру не видел, чтобы вы понимали. Утро уже пиздец. Спасибо за 1000 золотой. Доброе утро. У тебя уже пятница, так сказать. В разгаре. Здорово, бубна. Ж давно не заходил сам к тебе бубна, на стрим. Блядь. Как дела? Джейсей, сам ты бубна. У меня дела хорошо, как видишь. Все как обычно. Игры мне руинят, мид не дают, клоунов не вижу. Вот чел мид взял на СФ, я его ни разу за игру не видел. Вот в драке, вообще ни разу. Спасибо огромное за 200. Все в порядке. Золотой, спасибо за 1000. Доброе утро, получается. Шо, голос пайп. Я пошел. Я угнал ящерицу. Я угонщик. Карманник. И угонщик, блядь. СФ уже сдох. Тихо, блядь. Я белгородская ящерица, нахуй. Привет, усатый Олежка Пупсик. Хорошего стрима. Сегодня бразильский мальчик. Тихо. Был. Люблю тебя, сладость. Конечно, был. Спасибо за донат. Толстенькую колбасочку, что ты буровишь, блядь? Кости иди нахуй, дурачок, блядь. Что ты несешь? Позорище, блядь. Тебе саму не стыдно эту хуйню писать? Клоун. Пошел ДПС. Пацаны, я доебался до белки. Я ящерица, блядь. Белгородский ящер. Сюда нахуй. Хорош, хорош. Спасибо за игру, пацаны, лучшие.